время хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ребята, он на нем блохи пешком ходит. Он весь в крови. Тихо, маленький. Сейчас постараемся хоть немножко убрать блох. Он весь съеденный блохами, ребят. Не бойся, солнышко, давай так. Ой, ты мой хороший. Давай так. Вот так. Ребята, осохнем. Сейчас еще немножко блохи осыпаются. Еще немножко сейчас просушу. Еще чуть-чуть осталось. Блошек пооббираю. Ребята, это зверство. Вон у них сколько, видите? Это еще выбирать надо и выбирать. Мамочка, да ты мой красивый. Глазки покажи маме. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я очень надеюсь, все будет хорошо. Что, мои красивые? Получше, да? Чуть-чуть полегче. Ну, укольчики сделали. 10 грамм Тёмы выпили. А мама гуляет. Маму выпустили. Все хорошо, ребята. Дай бог. Потихонечку поправимся. Тебя покажу, давай. Вот, глазик, ребята, один больной. Один глазик больной. Вот мы глазки промыли и мазь положили. Это третья малышка, которую мы нашли. Это мамин ребенок. Вот. Все хорошо. Глазки только больные тоже. Все, ребят, глазки закапали. Покормились, пузики толстые, да? Все, мазь положили. И красота моя маленькая. Сейчас к маме пойдем. Так. А ты, козленок, тоже умываешься? Тоже накормили. Да, глазки закапали. Покажи мордочку. Хорошие дети у меня. Дети мои красивые. Там дети, да. Мамины дети. Ты красавица, и детки твои. Вот и хорошо. Так, все. Кисики. Глазки мои хорошие. Так, все, горшочек. Ну все. Все будет хорошо. Я его покормила, глазки промыла. Теперь... Ну что, солнышко, покушали, глазки еще раз закапали, промыли. Все нормально, все хорошо. Все, сейчас ребенок уснет и все. Пока кормлю его каждые 4 часа. Ну что, вот еще один. А вон там мелочь это. Иди сюда, чудовище маленькое. Там мама, да? Там мама умница. А вот наша Селега. Проверяю кошатник, чтобы посмотреть, как у нас дела. Да, мои красивые. Все хорошо. Здесь прохладно. Окно открытое и открытая дверь. И за счет этого сквозняк. И котам, по крайней мере, здесь не так жарко, как на улице. Да, мои хорошие. Эй, красивые мои. Что, мои хорошие? Кто мои красивые? Мамины, мамины. Да. Кто куда? А, наверху на полочке. Не закину. Все хорошо, ребята. Все хорошо, мои маленькие. Окна открытые. Небольшой сквознячок. Вода, корм есть. Все, горшки поменяли.